Итак, давайте сравним новую шину со старой, на которой я ездил уже 11 сезонов. Вот, очень аккуратно, поэтому она сносилась не до маяков. То есть формально еще по правилам дорожного движения можно ездить. Но смотрите, вот эти вот водоотводящие канавки уже с разрывом, поэтому вода отсюда не отводится. А на новых шинах, если вы видите, она отводится. Поэтому здесь еще ездить можно, но только по сухой дороге. Резина стала жестче, вот, но, к счастью, еще не растрескалась. Вот поэтому на таких покрышках ездить небезопасно, особенно на влажной дороге.